прекрасном состоянии. Они жили в нашем доме. Рамзан Ахматович поручил, чтобы их не заселить в гостиницу, чтобы они почувствовали домашний уют. Эти ребята, которые жили или так условно в лагерях, или в палатках, или просто на улице. Я думаю, настолько они приносили, им придется несколько недель адаптироваться с человеческими условиями жизни. Вот на свет другой уже. Дисциплина у них на самом высшем уровне. Вот Хамзат старший на год Абдуллы, Абдулла 2 года старше Малика, но у них есть порядок. Молодец. Видите, какая дисциплина. Видите, сам все забрал, положил. Они ничего, ожидает. Я думаю, ничего не понимают, потому что для них это дом, слово. Я спрашивал, я был в доме, потом нас забрали в другой дом, и слово автобус, дом, больница, и вот дети в таком возрасте, знают, бомбанули. Не бомбили, а бомбанули. К бабушке едем, да? Поедем? Мальчика ждет бабушка, родные тети по отцу и по матери. И можно говорить, весь Грозный их ждет. А по поводу опять девочек, они так решили, родственники будут жить в Дагестане, в Махачкале. Ты отдай Хамзату.